на всех чечены напали, я не знаю, там или приехали, там толпа сразу. За 300 рублей. Да, ну да, ну не, ну пусть у меня там на кармане 3000, ну пусть у меня там телефон. Планшеты там самые дешевые, лишь бы интернет поддерживали. Что там программу тянуть там много? Я явно не обогатишься. Да, да, да. Ты его даже не продашь реально. И тебе он такой нафиг не нужен. Он для работы и все. Ну я бог. В 80-х годах вот эта девочка ездила. Какой подъезд? Там. Ближний. Стоимость поездки составляет 470. Пожалуйста. Рубля. Всего доброго. Всего доброго. Хорошо. С наступающим.